Ай, бля, души дрим, выгони всех. Блядь! Норм игра! Да, сука, да! Норм игра! Да, норм! Вот так вот! 12 из 10, сука! Это пиздец, это хуесос вот сюда, блядь, заехал, потому что моды у нас, блядь, делают пиздатые с подсадками. Я бы за эти подсадки, блядь, просто оторвал бы нахуй руки людям. Сука, тупые хуесосы, блядь! Тупые выблядки, нахуй! Она пробивает, блядь, в башку его. Ну какого чёрта, блядь? Какого, блядь, чёрта этот танк ебаный пробивается в башку? Какого хуя, блядь, его пробивают постоянно в башню, сука? Сука, тупые хуесосы, блядь! Тупые выблядки, нахуй! Не попал. Твою мать. Я не понял, а что с тобой случилось? Спасибо. Ваншот. А давайте посмотрим, кто меня ваншотнул. Вот просто его статистику, этого молодого человека. Максим. 46% Максимка! 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 Пойдем-ка под картошку! Максимка! Максимка! Пойдем-ка под картошку! Тили-тили, трали-вали, но я к пизде, я, блядь, катаю и ваншотаю Ангелоса нахуй. Он, блядь! Боже! Он не умеет играть в эту игру абсолютно! Он не представляет вообще, у него ни малейшего представления, как играть в эту ёбаную игру! Он меня ваншотает! Идите нахуй! Габрик Молоток, кто-нибудь, чё написали, проигрывает. Я просто приехал, получил пиздюлю на 750 урона и не пробил. Габриэль Бомбелос, мягкий знак, твёрдый знак, 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 шучу, шучу, удачи. Сука, дауны, блядь! Ай, играю, да, вот просто доун, блядь, вот просто дегенерат на 263-м. Сука, упоротый хуесос, блядь. Они просто реально заебали, эти сыновья говна, ёбаные. Да передохните вы, сука, все, блядь, в этих самых, как их называют. Ну все, он мне просто испортил весь бой, блядь. Два тупых, безмозглых пидора, однокнопочные хуесосы. Сука, оно не соображает нихуя, там нет мозга, блядь. Мразота ёбаная, блядь. Помоечная хуета, сдохни. А, кстати, одна из них стоковая. Сука, вы ёбище коричневое, блядь, перейдите нахуй. Выродки ебучие заходят и... Гадят нахуй! Просто, сука, уже остоебенило, блядь! Просит уже, сука, померся им, сука, альфу! Сделай с ними что-нибудь, сделай сервер, блядь, без этих хуесосов ёбаных, блядь! Господи, как непонятно, блядь! Сука, уже задизлайкали к хуям их ебаные официальные видео! Уже, блядь, просто, сука, ца, блядь, даже... Гребаный алкаш Гриша, блядь, понимает, что пизда в игре происходит, блядь. И даже уже алкашу заебало, что его ваншотят в каждом бою, сука. Коричневая хуйня. И поебать, сука. Выродки, сука, ебучий, вот стоит оно, блядь, гной ебаный. Просто переебал бы, нахуй, железной палкой по башке. Скотобаза тупорылая, бесполезная мразь, блядь. Да, блядь, ты что, даун нахуй? Ну как я, блядь, его не пробиваю, а он меня пробивает в рубку? Вы пизданутые там в отделе баланса нахуй на голову, дебилы, блядь. Все хорошо, Габа, все хорошо. Блядь, они просто... А, меня убил. Ну как?
играть в это спокойно, блять, как? Ну как можно делать вот так танки? Ну как можно вот такую елду делать, блядь? Хуй с ней, я ее сейчас спрятал. Он меня вот сюда пробивал. Блядь, не мой, да. Он меня вот сюда, блядь, шьет. 260 пробития под калибером. Ну как можно так танки балансить, ебаный в рот? Тартойс, неиграбельное говно, ты 95, еще более неиграбельное. Тартойс. Помойка, а не ПТ-шка, блядь. Просто ебаная параша, на которую нужно дрочить в углу, блядь. Сука, штурмовая... Что написано? Информация о танке. Я читаю информацию о танке, сука. Разработка штурмового танка началась в Великобритании. Я делаю акцент. Штурмового танка! Штурмового! Шторм! Оно должно атаковать, сука! Оно должно держать удар, блядь! Эта блядина не может держать удар даже от седьмого уровня из-за своей поеботы, блядь. Эта мразь ебаная восьмыми уровнями пробивается в рубку, блядь. Это не штурмовая ПТ. А стой, это штурмовая ПТ. А чё, стык ему попал, ну всё, нам пизда. Ну, блядь, почему вы ВК-тапку не пиздите? Почему вы меня он пиздите? Он пробил меня, блядь, ну куда? Ты, блядь, чё это за хуета? Боже, нахуй это надо? Я пересаживаю экипаж на него. Ага. И вот четыре обезьянки такие влезли. Там всё хорошо. Но какой-то долбоёб... Ну, ой, там пять членов экипажа. А у меня на Т-95 их было четверо. И на Т-28 их тоже четверо! Где я тебе высру этого заряжающего, блядь? Не ебёт. Боевое бросание активно. Соси хуй. Да, 62 кубей, но она стреляла уже даже. Ну, уродненький. Ну, блядь, 268, ну откуда? Блять, стреляет, а! Ну ёб вашу мать, блять! Ну откуда этот гной ёбаный бьет меня? Где этот 268? Он мне в очко прокидывал, его убили! Его тут же убили! Тут же убили, сука! Я не могу уже в это играть, блять, в это кал, ёбаный кал, ёбаный кал, ёбаный кал! Хуесосина кентит. А где Тартозик был? Где Лёша был? Лёша? Лёшенька по центру расширяется, Тартозики настоял. Лёшка! Лёшенька! Лёшенька, давай познакомься, Лёша. О. Лёха, здорово! Лёха! Лёш, здравствуй! Выйди на связь, Алексей! Алёша! Алёша! Лёш, что не так случилось? Расскажи, пожалуйста, свою историю. Что произошло не так? Что пошло не так, Лёш? Почему без мозгов? Где мозг свой потерял, Лёш? Где мозги? Пропил? Что, в чем проблема? Конвой тебя выцеливает, Лёш. Конвой, отпизди, встрети, тебе ничего не сделать. Конвой тебя сейчас ёбнет. Лёш, справа еще танки заходят. Смотри, Т-54 сейчас в борт тебя будет пихать, Лёша. Лёша, брось водку, потом ты допьешь свою спиртягу, Лёш! Лёш, это фиаско, Лёш. Даби пизда. Смотри, оп. Бросай пить. Блядь, всё, пизда. Всё, пизда. Пизда. Ах, оно даже не обратило внимания, что Истот от него уехал. Блядь, ну почему ты такой конченый? Почему ты такой конченый урод, блядь?
дело ебаное, тупорылый, сука, мусор, блядь, кончишь нахуй. Господи, блядь, сука! Да похуй, это же Олежка, блядь! Тайп 4 не стреляет в Олежика! Он только по мне уебал, а в Олежку он и стрелять и не думал. Господи, это же свой, блядь. Это, блядь, брат его двоюродный, нахуй. Олежка ворвался посреди поля, блядь. Если б я въехал сюда хоть на метр, от меня бы мокрого места не осталось. Олежка тут круги наяривает, блядь. И похуй, хоть по селу, хоть по деревне, блядь. Насрать. Я, блядь, нос показал, мне, сука, хуй вырезали бы, отрезали, блядь. Олежка круги тут, блядь, марафонит, нахуй. Поебать вообще. Охуеть, блядь! Я ебал просто, сука, блядь! Ёбаное анскильное тупорылое животное, блядь, в башку мне... Понятно. Ребят. Это пиздец. Животные дали под меня поджать. Сука, вы конченые, бляди, вы конченые, сука! Ты пидорас, блядь, ты пидорас, нахуй! Кого ты там целишь, если револьвер им уже в спину заехал? Тупорылый выблядок, сука, обуток ебаный, блядь! Ты реально зомби, нахуй, сука! Ебаный дегенерат, он стоит туда, смотрит! Сапер на револьвере уже, блядь, круг там сделал, дебил! И показал, что там нет никого! Хули ты смотришь туда, дегенерат ебаный! Блядь, оно тупо тупорылое, блядь, обезьяна, она до сих пор туда целит, мразь, блядь! Да я ебу, сука, или бабу, какого черта, блядь, в этой... Что происходит, блядь, в этой игре, нахуй? Я не понимаю, как ты выжил, но они просто фокус все на мне были. А, все, уже нет. Ну, я не знаю, я успел выйти 3К. А команда просто даунов. А, вот если честно, этот взвод чехов, я вообще не понял, как он приехал. А знаешь, как, а знаешь, почему это произошло? Я расскажу тебе. Угу. Значит, смотри, мы с тобой едем понизу, поджались понизу. А, и с нами был еще японец и пантерка вторая. Они, угу. Они тоже снизу были, у нас вверх ни одна сука не чекала. У нас сверху не было ни одного танка. Да, они прошли что... поверху и в очко зашли, да. А они просто прошли поверху вообще без... Потому что у нас ебаный дебил, на як пизде, на 155-м да, фаше, на объекте 260... Вот, блядь, как это чучело Никита взял 260-го? Он сейчас борща фугасом не пробил. Какой нахуй ему... Блядь, все, друзья добавляю, смотрю, и просто добавляю его друзья и чекаю его стату. Николамене. Никита. С кучей циферок. Да, вот он, пожалуйста. Давайте посмотрим. 53% у Никитки. У Никитки есть объект 260. Давайте посмотрим его урон. 25 боев, 36%. Нету даже 2000 урона. Никита, безусловно, сам взял этот танк. Никита сам выполнил все ЛБЗшки. Никита не платил деньги, чтобы ему прокачали этот танк статисты. Нет, Никита сам взял, сам. Хватит на нем играть, видимо, надо на нем играть без стрима. Я ебал в рот, меня уже заебали эти 62-ки тупорылые, блять, эти объекты 140. Ебаная тупая имба, нахуй, они уже просто реально заебали. Сука, хуесосы донные, блять, на ебаных имбах. Куда ты откатываешься, придурок, блять? Стреляй во рту, сука, еби. Просто я даже 1000, наверное, не выдал, блядь. Ну как на этой карте играть? Ну она же, блядь, сука, ну она же просто залупа, блядь. Тут не сделать ничего, ровным счетом, сука. Если с тобой играть вот такие вот, блядь, на этой карте не откатить, не закатить, не сделать нихуя, ну вы, блядь. Господи, у меня просто трясет, блять, от этой ебаной карты. Все, да? Что там, кому не нравится? Куда он со своей сводкой там, блять, попал? Куда? Куда? Тракторист, блять, тракторист!
трактор, куда? Блядь, с его сводки он не уебал в комбашенку. Вы в своем, блядь, уме. Нахуй, я понял. Мишань? А ты где? Да у меня 400 хп, не знаю куда. Пристроиться. Меня кто-то засейвит. Чего? Блять! Игра больных дал! Боже, блять! Ну почему ни одна мразь меня не кроет? Где вы, сука, все дрочите? Что ты стоишь с этим тигром? Два, блядь, лимоните, два долбоеба, блядь! Что вы здесь, блядь, стоите? Вот что вы здесь, в этой позиции, пытаетесь сделать? Я понять не могу. Кого вы здесь кроете, блядь? Кого? Вот какого хуя вы здесь стоите? Блядь, вообще мышления нет никакого, нахуй! В пизду, как меня ты заебало? Играю взводом, как будто бы взвода нет, нахуй! Тубоебные флешки. Понятно же, что он за угол идет. Что ты останавливался? Куда ты сводился, питбуль, блядь? Чтоб тебе питбуль нахуй яйца отгрыз, сука! А, у тебя же их нет, извини. Да, он КД, отлично. Все, я выкатываюсь на 7, на СКшу. Он не КД, блядь, сука, хуесос донный, блядь, меня убивают, а? Я же тебе говорю, я не знаю. Боже, блядь, ему пуль! Ну 49-ка, как ты в него не попал, ублюдок ебаный! Сука! Уебан, блядь, тупой! Как ты не убил? Просто даун ебаный, сука! Сука, ебаный даун на 49-ке, блядь, тупоголовый! Тупоголовый хуй! Блядь, ну как он не убил 200 хп 90-ка? Ёбаный тупорылый инвалид, блядь! Он за домом стоит, напиши ему, что он за домом стоит. Я его написал уже. Сука, остановись и стрельни за дом, тупой пидор, он за домом стоит! Да реально уже быстрее. Ну нахуя, он часов сольет просто. Он не светился? Ну вот и все, ну ту... Ну блядь, да, он, ну я ж, ну блядь, ну ему... Ну сука, ну ему даже написали, ну блядь, ну идиот. Ну тебе же уже, сука, на ложечке с голубой каемочкой, ну, ёб твою мать! Разжевали уже, сука! Ну, блядь, ну что ж можно встать и кинуть за дом баландой, блядь, дебил? Я, сука, не требую от тебя никаких там уберспособностей, блядь! Я тебе уже сам сказал, что сделать, сука, идиот, блядь! Сука, тебе же сказали, блядь, он за домом. Это, блядь, очевидно. Нахуя ты туда полез, дебил, сука, тупой? Ну, блядь, ну... Часа, сука, я засеку, блядь, я посмотрю, нахуй, сколько боев будет, блядь. Я посмотрю, сука, сколько боев за 2 часа проведенных, нахуй, я буду внизу в списке, в середине, одноуровневый и в топе. Я вам могу сейчас, прямо сейчас, в эту же секунду, сказать, что этот балансер, самый конченый балансер на планете Земля, хуже высрать балансер невозможно! Дно пробито к хуям собачьим! Блядь, нахуй! Ебучий кусок говна, блядь! Mm-hmm.
Он без мата. Сука, иди ты нахуй, мразь ебливая! Господи. Много я потерял хп. Пизда. Понимаете, это конченая абрыганская игра будет всю жизнь, блять, конченной, уёбищной абрыганской хуйнёй. И всё, что нужно сделать, блять, вот этим вот сверхразумом, блять, балансёром-муразором, это, блять, просто каким-то образом убрать нахуй коричневых выблетоков, коричневых хуесосов. Просто взять и вот эту пидоросню вырезать, блядь. Я не хочу играть с артошлюхами. Я не хочу играть с артоблядями. Дайте мне альтернативу играть без ебаного коричневого мусора, блядь. Дайте, сука, мне галочку. Я не хочу играть с вот этими блядями. Я не хочу играть с вот этими сыновьями шаболд, блядь, подзаборных. Пока, сука, в этой игре есть вот это говно ебливое, блядь. Игра в говне! Дайте мне ёбаную галку! Не играть с пидорасами коричневыми! Не хочу, блять, играть с коричневым дерьмом! Мне это нахуй не надо! Мне нахуй не надо тратить свои нервы и играть с вот этими шлепанами, с вот этими хуесосами, блять, нелюдями нахуй! Но нет же, блять, они же сделали охуенный ребаланс, от которого я просто... Сой, сука, блять! С радости! Я подсусь сейчас тут от радости и от кайфа, блядь! Полученного в прошлом бою! Ведь, сука, ребаланс, что ли, я теперь? И это класс техники поддержка! У меня же штаны, сука, все мокрые, блядь! От кайфа, нахуй, от прошлой каточки! Он без мата. Они видят никнеймы Березу, блядь, и просто начинают хуярить. Клянусь, сука, своей тибетейкой, тут какой-то пиздец. Тут артоблядки, это просто, это что-то с чем-то, нахуй. Это, блядь, не, наши артошлюхи, это просто какие-то ламповые няшки по сравнению с тобой, блядь. Тупое, блядь, тупорылое, нахуй. 0.8. Блядь, чё мне, сука, сделать, чтобы в этой ебаной игре я играл, блядь, с хоть более-менее адекватными, сука, людьми? Что мне сделать, чтобы эта ебаная игра меня нормально балансила, блядь? Хороший у тебя альфа, брат. Кстати, напомните, у тебя альфа не 297, блядь. Уёбок, сука. Ортопидор, давай. Смотри, тут ортопидор. Но тебе же похуй. Ты увидел фиолетового. Не пробиваю. Кусок дерьма, не игра. Кусок говна, блядь. Запекшийся, конченый кусок дерьма, блядь, а не игра, нахуй, танки эти ебаные. Просто кусок ебаного дерьмища, блядь. Неиграбельный кусок говна! Из-за этой мрази я не ношу дамедж. Да что ты делаешь, блядь? Ну сука, ну уёбище! Ну ты конченый, блядь, ты конченый пидор! Да норм игра. Можно совет играй для души, бери им, выгони всех. Блядь! Норм игра! Да! Плохо! Да норм, блядь!
Оскар, блядь. Парашней быть просто не может, блядь. Все эти ваши, блядь, хваленые, блядь, обдроченные ведьмаки. Полная хуйня, ведь есть танки. С коричневыми выблетками. С идеальным балансом, блядь. И с идеальным муразором. Спасителем, блядь. Он без мата. Может, это из этих блядских резервов у меня какая-то хуета творится, блядь, с игрой. Но вот такого, блядь, никогда не было. Чтобы я за 28 боев, блядь, имел на перше, блядь, в топе, на фулл голде. Да это смешно, блядь, вот, я играл, сука, неделю назад, вот, блядь. Это чё нахуй? Ну вот, я играл, сука, да не неделю, 4 дня назад я прокачал Т-20, блядь. Ну почему на этой-то штуке такая хуя? Почему, блядь, на Т-20? Вот результат, сука. Я неделю катался на стримах, блядь, 3 дня назад. Что это за дерьмо, блядь? Как может быть... Как может быть, блядь? Он без мата. Я думал, у нас рукластер придурочный. Но нет, друзья, нет. Вообще нет. И на Европе, типа, я думал, играть легче. Хуй там плавал. Ни черта подобного.